К другим темам. Летний сезон, пора велосипедов, а еще их краж. Петропавловские полицейские задержали двоих молодых людей, подозреваемых в угоне двухколесного транспорта. Все подробности в сюжете подготовленном при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. На пульт 102 поступило сообщение. В одном из домов по улице Батыра-Баяна украли два велосипеда. В ходе оперативно-розыскных работ полицейские нашли и задержали подозреваемых. Те признались, что угнали двухколесных железных коней, чтобы продать. Сотрудникам криминальной полиции второго отдела УВД города Петропавловска за совершение ряд краж были установлены двое жителей. Один из них житель района Казыжарского, второй житель города Петропавловска. Велосипеды изъяли. По данному факту идет расследование. Ранее проблем с законом у задержанных не было. А что вы хотели с ними сделать? Для себя. А как дом подобрали, как подъезд попали? Подъезд открытый был. Из-за участившихся краж оперативники начали профилактику таких преступлений. Они рассказывают жильцам многоэтажек о том, как избежать угона велосипедов, самокатов и детских колясок. С начала 2018 года на территории города Петропавловска было зарегистрировано 29 краж велосипедов. В основном кражи совершаются в ночное время с подъездов жилых домов, а также в дневное время, когда владельцы оставляют велосипеды без присмотра. В целях профилактики рекомендуем владельцам не оставлять транспорт в подъездах домов в ночное время. Не полагайтесь на наличие домофонов и тросовые замки. В дневное время оставляйте велосипеды в поле зрения камер видеонаблюдения. Оперативники отмечают, если вы пострадали от преступных действий злоумышленников, сразу звоните по номеру 102. Своевременное обращение в полицию увеличивает вероятность раскрытия преступлений по горячим следам. Илья Кудряков при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.